Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 187. Как вы смотрите на то, что старые бабушки ходят отпевать покойников и читают псалтирь, а покойники были неверующие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Все это в кавычках «полнота церковная», о которой заботятся в своих посланиях против меня алтайское благочиние и епархиальное управление. Все до единой эти бабушки чужды духу Евангелия, не знают Писания, и что можно тут спрашивать и говорить, если за основу брать меркантильный интерес и желание родственников сделать все, в кавычках, как надо, как положено, то эти бабушки заняли свою, в кавычках, экономическую церковную нишу. Они при деле в это время сидят не на скамеечках перед домом и никого не пересуживают, их покормят, лучше сохранится пенсия, и родственников успокоят, можете не беспокоиться, в кавычках, худого эта бабушка не сделает. Она не расскажет им, что ждет их покойника за преступную, нераскаянную жизнь. Не расскажет им, что в тот же ад идут и эти родственники, выпивающие за столом за упокой души. Она не дочь Авраама. Лука 16:22-31. Умер нищий, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Настоящий верующий, православный, знающий Писание, не только не пойдет к этим покойникам. Смотри, житие Макария Александрийского, память 19 января, которых с великими почестями хоронят знатные люди и священник, и толпы демонов незримо, но даже их имени не произнесет в своих молитвах, чтобы не оскорбить Божие величие.